чтобы традиции нашего города, наших школ, наших семей в каждом месте были, чтобы вы не думали, что делают сегодня, а завтра этого не будет, которое сделано не для себя лично, а для всех людей, а для традиционно. Я хочу, чтобы город расцветал, чтобы вернулся в городе парусный спорт. Когда-то мы даже на республику выступали. Еще я очень хочу, много бьюсь везде, пишу, доказываю, не только я одна, а многие наши ветераны, пенсионеры, о том, что восстановительский памятник Балхаше, 33, парка 33 комсомола, который строили первые комсомольцы. Он сейчас пришел в упадок. Всех я поздравляю с юбилеем. Пусть наш город расцветает, а мы живем дружно, интересно, с пользой и для себя, и для людей, и для нашего любимого Казахстана.